То, что господин Саакашвили международный преступник, сомнения не вызывает. Достаточно пересмотреть только последние годы его деятельности, массовые убийства, нападения на мирных грузинских городов и населенных пунктов, арест оппозиционеров, пытки, убийства, теракты, использование химического оружия против мирных шествий и демонстраций. Все это в совокупности представляют тяжелые международные преступления, которые наказываются согласно статуту Международного уголовного суда, который работает в Гааге. Мы вот сегодня направили соответствующее обращение, обоснованную жалобу с требованием привлечь международные уголовные ответственности за совершенные преступления против человечности и военные преступления президента Грузии Саакашвили. Мы считаем, что Международный суд должен серьезно заниматься этим вопросом.